Владимир Сутеев, Борис Дегтярев, Иван Билибин. Работы этих и еще многих мастеров кисти украшают книги лучших сказок, потому известны и взрослым, и детям. Чтобы поближе познакомиться с творчеством иллюстраторов, библиотека филиал номер 7 «Юность» провела необычный урок «Художники рисуют книги». Организаторы мероприятия считают, что такие литературно-художественные занятия помогают ребятам ближе познакомиться с настоящим искусством, а также могут послужить в некотором смысле профориентацией для тех, кто любит рисовать. Художники-иллюстраторы, они как бы, ими все пользуются, этими, ну, их делами, а о них очень мало кто знает. Поэтому мы решили детям вот об этом рассказать, чтобы они обращали внимание при чтении книг на иллюстрации, обязательно на фамилию художника, потому что огромный труд, и который приносит огромное удовольствие всем, и тем, кто читает, и тем, кто просто смотрит, и эти люди заслуживают того, чтобы о них говорить. Благодаря хорошей работе иллюстраторов можно познакомиться с содержанием книги даже по картинкам. Для этих художников обыкновенная ручка, карандаш или кисточка – это средство создания настоящего произведения искусства, которое будет радовать и дарить положительные эмоции. Благодаря картинкам можно понять и отношение автора иллюстрации к сказке или герою, ведь у каждого художника оно свое. Разобраться в особенностях изображения персонажей любимых детских книг попытались и ребята. Я считаю, что детская книга – это книга красочная, иллюстрированная, та, которая привлекает внимание, та, которую хочется взять в руки. Поэтому я преклоняюсь перед художниками, которые иллюстрируют книгу, делают ее загадочной, по-настоящему сказочной. И поэтому вот эта тема будет, я думаю, очень интересна детям, узнать о художниках-иллюстраторах, а также попробовать потом себя в роли художника-иллюстратора, внимательно прочитать книгу и попробовать ее проиллюстрировать. Участники встречи – ребята, которые активно посещают занятия клуба «Книгознайка». Они очень любят уроки литературы и много читают. Ребятам захотелось почувствовать себя настоящими создателями книги, поэтому они нарисовали и подарили библиотеке свои работы, на которых изображены сюжеты любимых детских сказок. Теперь иллюстрации будут украшать стены читального зала. Организаторы необычного урока пообещали, что подобные мероприятия будут практиковаться и дальше.